У нас сегодня видеообзор, новинка, крем-паста для очистки металлических поверхностей. Артикул, где у нас вот. У нас это сковородка-гриль, Фаберлик. Вот он у нас пожелтел, будем его отмывать, посмотрим на результат. Наносим на поверхность, вот такая вот паста у нас. И равномерно мы будем его наносить. И оставим где-то на 15-20 минут. Вот, мы нанесли. Одной рукой неудобно, сейчас я остановлю и посмотрим уже дальше. Вот смотрите, с краешку я уже отмыла. Вот, видите желтизну? Вот здесь и там. Так отмывается. Я вот так только половину отмыла. Сейчас я половину вот так сделаю, вот эту, и смою водой. Вот эту оставлю, а эту смою. Посмотрим уже результат. Я сетку просто не хочу трогать на эти сковородки. И вот губкой отмываю с этой стороны. Вот. Вот, как и говорила, эту сторону я не трогала. Я, в общем, смазала, но только эту отмыла вот губкой. Ну, чтобы вот так результат посмотреть. Вот смотрите, как блестит с помощью нашей крем-пасты. И без сетки. Вот эти места у меня были, они такие. Я уже полгода без сковороды пользуюсь. И вот такая вот желтизна у нас ушла.